С 11 января 2023 года в административный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, которые позволяют автоматическим камерам видеофиксации выявлять выброс мусора из автомобилей. Стоит отметить, что ранее камеры работали только по нарушениям, относящимся напрямую к правилам дорожного движения. Теперь они будут фиксировать и неправильный выгруз отходов. Ранее за оставление мусора в неположенном месте были назначены наказания, и наказания эти были в финансовом соотношении очень минимальными. Новыми поправками данные наказания, то есть штрафы, они уже увеличены в десятки раз. Ранее в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации было сказано, что за мусор, выброшенный в неположенном месте, гражданина могут оштрафовать на 3-5 тысяч рублей. Соответствующую меру применяли за отходы, оставленные на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, курортным, лечебно-оздоровительным зонам и иным местам. Отдельной статьи о мерах наказания за выброшенный из автомобиля мусор не было. Так, российских водителей могли штрафовать на 3-5 тысяч рублей даже за сброс большого количества отходов из салона, прицепа и так далее. Увеличение штрафов за данное правонарушение в данном случае аннулирует ту самую попытку не свозить мусор на санкционированные, скажем так, установленные свалки, которые, в принципе, стоили как раз-таки, как указано в положениях, от 10 тысяч. Штрафы по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях немаленькие. Для частных лиц до 30 тысяч рублей, для юридических до 200 тысяч рублей и конфискация автомобиля как орудие правонарушения. Увеличенные штрафы были одобрены еще в июле прошлого года, но норма об автоматической фиксации нарушения вступает в силу в этом году. Законодатель предусматривает возможность складирования, так скажем, там, сваливания мусора в несанкционированных местах, обуславливая поднятие, значит, суммы штрафа, как раз-таки, чтобы выгода у правонарушителя, скажем так, его риск быть привлеченным к административному правонарушению, не оказывал финансовые его погрешности. В данном случае, что штраф, что вывоз мусора будет соответствовать финансовым эквиваленте. Камеры будут установлены в самых популярных зонах, где россияне устраивают нелегальную свалку. После фиксации правонарушения и распознания камеры государственного регистрационного номера транспортного средства нарушителя постановление будет направлено гражданину на почту. Есть конкретные правонарушения и определена мера наказания. И тут же в статье указано, что фиксация камер установлена только в опасных участках дороги, где фактически мусор не выбрасывает. Отсюда мнение, что должны установить камеры в проблемных местах, либо будут определенные рейды полиции. Также законодатель тут не указывает четкого определения, как будет установлена фиксация. Возможно, это будут летающие дроны и так далее. Будут ли штрафовать за окурок из окна? Неизвестно. Сами авторы поправок подчеркивали, что закон был нацелен больше не на частников, выбрасывающих мелкий мусор из окон, а на водителей грузовых машин, которые организуют стихийные свалки вдоль дорог. На водителях всегда отражается любое новшество закона. И это выражается в излишнем контроле. Но, как говорится, не нарушайте и будете ездить спокойно. Фотоловушки, повышенные штрафы, конфискация автомобилей – все это хороший способ борьбы с недобросовестными россиянами. Но действительно ли решат проблему нововведения, покажет только время. Алина Красильникова, Универньюз.